Всем привет! Хочу показать, как свитер смотрится на мне. Вот точно так, как я и хотела. У меня идет тело оверсайз, а рукава идут по руке. Вот у меня по плечу, вот по погону идет ажурный узор, и он продолжается полностью по всему рукаву. Покажу поближе. Надеюсь, что сфокусировала камера. Вот, вот такая красота у меня получилась. И на спинке вот. Длину моего изделия, длину рукавчика вы все видите. Размер 42-44. И горловина моя перевязанная, горловина уже с маленькой резинкой мне нравится больше. Маленькая резинка у меня и на рукавчиках, и внизу изделия. Резинки связаны 8 рядов. В нем очень удобно и комфортно. Ну что, давайте пойдем быстрее вязать. Приветствую всех на своем канале Майк Нетверк. Меня зовут Татьяна Сергеенко, и в этом видео я хочу показать Вам свой готовый свитерок. В начале ролика вы видели, как он сидит на мне. Сейчас я вместе с вами хочу сделать все замеры. Знаю, что будет много вопросов: какой длины у меня свитерок получился, какой длины у меня рукава, какая ширина или какой длины у меня погон, не знаю, что будет, много вопросов. Поэтому вместе с вами мы сейчас сделаем замеры. Я вам покажу еще раз свою схему, как я рассчитывала погон. Я вам покажу схему нашего ажурного узора, который я вязала на погоне. Я вам покажу, как я перевязала вот горловину. Видите, я уменьшила резинку и взяла для горловины спицы 3 мм. Изначально у меня было связано на 3,5 мм. Ну, у меня полностью джемпер связан на спицах 3,5 Я для резинки взяла спицы троечку и перевязала. Вязание мое вязала сверху вниз, но я распустила петельки, подняла вот здесь возле кетлевки все петелечки и провязала резинку нужной мне высоты и закрыла петельки. Как закрывать петли? Вот у меня вот такой эластичный край получается. Вот показываю вам поближе. Я уже мастер-класс, как закрывать таким образом опубликовала мастер-класс есть на канале ссылочку оставлю в описании под видео таким способом я закрывала и горловину и рукава и низ изделия вот у меня получается эластичный край мы закрываем резинку 2 на 2 не переходя на резинку 1 на 1 способ очень простой и выглядит очень круто я также вам покажу как я набирала петли для подрезов и как подымала петельки у меня последние мои видео когда я вяжу набираю петли подреза там я использую дополнительную нить здесь я набирала петли с помощью основной нити затем подымала петельки ну и вот как у меня выглядит подрез видите косичка как будто продолжается мы вяжем цельным полотном у меня здесь 8 петель для подреза набрано, но затем, когда мы поднимали на рукавчик, у меня 9 петель, 2 петельки с протяжек с одной стороны и со второй, всего 13 петель на подрезы я подняла. И на рукавчике у меня было ровно 50 петель, всего вот по кругу у меня 63 петельки. Рукава я связала ровным полотном без убавок, Дальше перешла на резинку 2 на 2 У меня не хватало одной петельки, я ее добавила, провязала нужную высоту резинки и закрыла петельки. Вот все это мы сейчас с вами будем разбирать. Давайте, наверное, сначала мы сделаем все замеры, а дальше уже буду рассказывать и показывать, как я вязала. Кто смотрел начало моего процесса, ссылочку я оставлю также в описании, может кто-то пропустил, чтобы вы посмотрели. У меня есть мастер-класс Отдельный мастер-класс, как я вязала ложную кетлевку. Там я рассказываю, что резинку вяжу на спицах 3,5, а для кетлевки взяла спицы на пол размера меньше, на троечки. Но в итоге я резинку перевязала. Если вы будете изначально вязать с небольшой резинкой, как у меня, набираете петельки, сразу берете спицы на пол размера меньше, вяжете резинку, затем вяжете кетлевку и дальше уже по нашим расчетам вяжем погон. Вот. Как вязать кетлевку есть мастер-класс, ссылочку оставлю. Вот я разделила свои петельки для погона, показывала в предыдущей части. Вот еще вам напомню, у меня всего по кругу 100 петель, по 16 петель на каждом погоне и по 34 петельки я взяла на спинку и наперед. Вот наша схема узора, ажурного узора для погона. Итак, погон я вязала, вот спущенное плечо я вязала, до проймы, вот там, где я делала прибавки в каждом ряду, если мерять в сантиметрах, у меня получилось, у меня погон провязан 16 сантиметров, у меня плечо спущенное. Дальше я начала делать прибавки в каждом втором ряду, это для рукавчиков, связала нужную длину, рукава переместила на, можно на дополнительную нить, я переместила на укороченные спицы, вот два рукава переместила соединяла затем вперед и спинку, набрала петли подреза и продолжила вязать вниз до нужной нам длины. Итак, у нас погон 16 сантиметров. Ширина моего свитерка, давайте вот померяем сейчас ширину. У меня тело оверсайз, вот 49 сантиметров, это получается 80-98 сантиметров в ширину. Рукава у меня идут по руке, они не широкие, но ширину также вам скажу. 12 сантиметров. Вот 24, так как спущенное плечо, здесь рука обычно шире, но так как спущенное плечо, этой ширины достаточно. Если мерять длину рукава, вот давайте мы померяем сейчас от подреза длину и затем по погоду померяем от подреза у нас идет 42 сантиметра я меряю вместе с резинкой а если мы будем мерять полностью весь погон от горловины вот я меряю и полностью погон 60 вам не видно да вот 67 сантиметров это я померила от погона и до резинки по верху рукава 67 сантиметров от подрезов уже забыла 41 сантиметр. Да, у нас вот 41 сантиметр по внутренней части рукава. Резинку я вязала, по-моему, 8 рядов. И в следующем девятом ряду уже закрывала. Ширина погона вот у меня 16 петель. Если мы померяем в сантиметрах, у меня это будет 6,5 сантиметров. На погон можно брать абсолютно любой рисунок. Я взяла ажурный, можно вязать просто лицевыми петельками. У меня есть мастер-класс, в котором я вязала платье. Там тоже рукав, погон. И там связан погон лицевой гладью. Вот можно использовать узор, можно вязать просто лицевой гладью. Ну и длину изделия, это уже для каждого индивидуальная будет длина. Вот я меряю от спинки. У меня получилось 58 сантиметров. Какая длина, как сидит свитер, вы уже видели в начале ролика. Ну вот ориентировочно, у кого такой же размер, как у меня. Да, кстати, размер это 42-44. Тело я делала немного оверсайз, а рукава у нас идут как раз по руке. Ну вот, что у нас получилось. Мой свитер уже прошел влажно-тепловую обработку. По поводу твида хочу сказать, твид не косит, ну почти не косит, буквально немножко он косит. Ну на рукавчиках можно заметить, да, они чуть-чуть разворачиваются в сторону, но если после того, как вы постираете, вы выровняете, то они так и будут. Косина сразу же уходит. Ну а тело, вы видите, у нас идет ровная лицевая гладь, где косины нету. Все выравнивается после стирки. Ну а вообще по поводу твида хочу сказать. Вот у меня вот этот цвет. Свитер называется «Весна». Фирма «Тесла». Вот артикуль «Тесла». Здесь, по-моему, в 100 граммах 320 метров. Ну, цвет, наверное, фисташка здесь написана. Ну, свитерочек я назвала «Весна», так как вот у нас синие вкорпления, как будто почки пробуждаются после зимней спячки. По поводу жесткости – не знаю, я вязала только из бобинного твида. Хочу сказать, тот вид, который мне попадался, он весь был жесткий. Вы, кто за мной давно следите, знаете, да, как я держу пряжу вот на руке и всегда, когда я вяжу твидом, видите, у меня еще шрам остался вот, если присмотреться. Я всегда себе натираю. Я картинку сейчас фотографию вставлю как я натерла при вязании вот этого свитера. Ну, вот буквально уже прошла, наверное, неделя. Да, я перед Пасхой закончила в субботу. Это 18 число, сейчас 26. Ну, 9 дней, да, у меня еще есть небольшой след. Здесь все зажило, мазала кремом. Ну, тем не менее, из какого-то вида я не вяжу, я постоянно натираю себе пальцы. Вот, поэтому, девчонки, не знаю, как моточный твит будет себя вести, но бобинный твит, он жесткий. После стирки он становится мягче, но все равно той мягкости, которой я хотела бы для своего джемпера, я не получила. Но свитерочек мне нравится. Мне еще хотелось бы связать такой свитерочек только с какой-то эластичной воздушной пряжи, чтобы он струился вниз, чтобы он был очень легкий. Видите, ну, здесь не то легкая, но все равно как бы хотелось бы еще и чтобы была мягкая. По поводу веса, что хочу сказать, на мой свитерок 42-44 размера у меня ушло почти 300 грамм пряжи, если точнее, то 296 грамм. По поводу стирки, как я стирала, я замочила сначала в теплой водичке с шампунем, он постоял минут 15-20, затем два раза я полоскала. Почему два раза, я вам сейчас ставлю фотографию, как выглядела вода после моей стирки все три раза. Первый раз это когда я стирала с шампунем и два раза я полоскала. Вода была зеленого цвета. Она такая бирюзовая, красивый, конечно, цвет, если сравнивать, да, здесь такой приглушенный, зеленый, травянистый, а вода именно такая бирюзовая, зелено-голубая была. Вот фотографии сейчас вы видите на экране. Полотенце у меня также немного полиняла от моего свитерочка. Я положила на сушилку на полотенце. Оно впитало немного влаги, затем я полотенце поменяла. И после того, как мой свитерочек уже высох, я заметила, что мое полотенце также в некоторых местах зеленое. Оно отстиралось, ничего страшного, но тем не менее, чтобы вы знали. Если у вас белое полотенце, будьте аккуратнее, лучше возьмите какое-то цветное, чем белое. Ну вот, по поводу свитерочка, в принципе, я вам некоторые нюансы рассказала. Сейчас я вам хочу показать, как я перевязывала горловину, как поднимала петельки и как я распускала прежнюю горловину. Давайте посмотрим вместе. Показываю вам свой джемперочек. Я уже набрала петли на пройму. Здесь я набрала по 8 петель. Соединила вперед и спинку между собой. И начала вязать тело своего джемпера. Вот мне дальше нужно вязать вниз лицевой гладью. Когда свяжу полностью тело, дальше перейду на рукавчики. Ширина рукава меня также устраивает. Я петли на дополнительную нить не переснимала. Я оставила на укороченных спицах, затем просто подниму здесь петельки и продолжу вязать рукав по кругу. Единственное, что меня не устраивает в моем свитерку, это горловина. Все-таки я хочу ее перевязать. Я для горловины возьму спицы на пол размера, меньше, на тройке хочу связать. И свяжу, наверное, ну, не знаю, рядов 6-8 резинки 2 на 2 этого будет достаточно. Сейчас хочу вам показать, как перевязать горловину. У меня здесь ложная кетлевка под резинкой провязана. Вот возле ложной кетлевки мы будем поднимать петли. У меня начало вязания, это вот спереди, возле погона. Я резинку начну вязать, начну поднимать петли сзади, возле погона, чтобы вот это соединение в круговой ряд у меня было на спинке. Как я буду поднимать? Давайте посмотрим вот на наш узор ну, можно с любой петельки начать. Вот давайте у нас изнаночная, вот лицевая петля. Я буду подхватывать за одну стенку, вот лицевую за одну стенку. Мы видим, у нас здесь резинка есть. Ну, вот там, где изнаночные петли, хорошо также видно. Вот у нас петельки, видите? Вот эти петли мы и будем с вами подхватывать. Давайте я сейчас сфокусирую, чтобы было видно лучше. О, вот так, наверное, будет хорошо. Итак, смотрите, вот у меня косичка идет, вот первая стенка, да? Я подхватила за одну стенку, вторую стенку пропускаю, следующая косичка подхватываю стенку, стенку пропускаю, следующую стенку, и вот так получается, мы будем подхватывать вот за правую стенку петельки. Фокус, что-то у меня все равно теряется. Вот одну левую стенку пропускаем, правую подхватываем, и так будем по кругу. Одну стенку пропускаем вторую подхватываем вот все левые стенки я пропускаю а правые стенки подхватываю и у нас как раз будут набранные петли возле нашей ложной кетлевки там где лицевые вот мы поднимаем затем вот две петельки там где мы изнаночные вязали и таким образом нам нужно поднять все петли по кругу у нас 100 петель я подняла все петельки по кругу. Теперь нам нужно разрезать нить. Вот в любом месте можно разрезать. На ряд ниже берем петельку. Вот я возьму лицевую и разрезаю хвостик нити. И вот сейчас нам нужно вот эту нить распустить. У нас останутся петли на спице, а вся резинка получится, что мы ее распустили. Вот отделили точнее. И с вот этой резинки я продолжу дальше вязать, чтобы пряжу не переводить, не выбрасывать. Вот одну стенку вытягиваем, затем вторую. И как вы заметили, у нас петли все остаются на спицах. Ну, в одну сторону можно распускать, можно в обе. Можно несколько надрезов сделать, как вам будет удобно. Я несколько разрезов делать не буду, так как я буду вязать этой же нитью. Вот я буду распускать, ну сначала в одну сторону, затем во вторую могу пойти. Вот за стеночки вытягиваем хвостик нити, и так нам нужно распустить полностью по кругу. Вот мы отделяем резинку от китлевки самостоятельно. Вытяните полностью нить по кругу. Я вытащила полностью по кругу нить. У меня остались вот открытые петли. Все петли у меня находятся на спице. И вот мой кусочек, вот моя резинка, которую я отпорола. Резинка, так как у нас полотно было связано сверху вниз, хорошо распускается. Вот этой пряжей, вот этой нитью я и буду сейчас вязать. Присоединяем хвостик. Вот я оставляю небольшой хвостик и начинаю вязать вот на спинке, там где у меня начинается погон, чтобы соединение было на спинке. Оставляем небольшой хвостик и начинаем вязать 2 лицевые, 2 изнаночные петли. Смотрим, как у нас лежат петли на спицах, так и провязываем, чтобы петли были не скрещенные. Чередуем 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. 2 изнаночные. Да, у нас будет небольшое смещение там, где у нас начинался ряд. Вот он. Я вам сейчас покажу. 2 лицевые. 2 изнаночные. И вот у нас смещение ряда. Вот видите, как у нас петелька лежит. Она такая запутанная. Вот это там, где у нас начинался круговой ряд. Вяжем 2 лицевые. Вот у нас будет большая петелька, она потом подтянется. 2 изнаночные. И так, чередуя 2 лицевые, 2 изнаночные, вяжем до конца ряда. Довязав первый ряд, второй и все последующие ряды, вяжем по рисунку. У нас 100 петель, они хорошо делятся на 4. Поэтому чередуем 2 лицевые, 2 изнаночные. Вяжем резинку до нужной нам высоты. Провязав резинку, дальше закрываем с помощью иголки. Как закрывать, я показывать не буду. В принципе, в каждом мастер-классе, почти в каждом мастер-классе я это показываю. Можете перейти по ссылочке, которую я оставлю в описании под видео, и закрыть самостоятельно резинку. Или можно закрыть любым удобным для вас способом. Я буду закрывать с помощью иглы, можно закрыть с помощью накидов, можно провязать просто по две петельки вместе. Но тогда у нас получится неэластичная горловина. Поэтому я вам предлагаю выбрать способ, чтобы у нас получился эластичный край вяжем нужную длину резинки и закрываем петельки да и вот у меня на данный момент что сейчас связано продолжаем вязать перевязав горловину давайте теперь Посмотрим, как я вязала подрезы, как я набирала петельки и как я подымала затем с этих петель петли для рукавчика. Вот сейчас я вставлю небольшой ролик, как я это делала, и вы сможете самостоятельно продолжить вязать свитерок. Давайте посмотрим вместе. Сейчас я хочу вам показать, как я подымала петли с подреза для рукавчика. В последних своих изделиях, когда я вязала подрез, я здесь набирала петли на подрез с помощью дополнительной нити. В этом свитерочке я решила без дополнительной нити обойтись. Как я набирала петли, я вам сейчас покажу. Смотрите, вот, например, у меня идет хвостик нити от правой спицы. Мне нужно набрать петли для подреза, соединить вперед и спинку между собой. Вот я указательным пальцем отталкивала от себя рабочую нить и затем правой спицей подхватывала правую стенку петельки. Вот таким образом у меня была одна петля, затем вот таким образом вторую. Ну, вот так я и набирала нужное количество петель. На подрезы я набрала 8 петель. Ну, я еще это буду говорить. Сейчас я хочу показать, как с вот этих моих протяжек мне поднять петельки. У меня на рукавчике сейчас 50 петель. Вот те петли, которые мы оставили для рукавов. И я подняла 13 петель. Всего по кругу у меня 60 три петельки. Как смотреться будет мой рукав? Вот у нас идет пройма. И дальше мы вязали уже сразу подрез. Вот мы подняли петельки. У нас получилось, что из каждой косички вот как будто непрерывное вязание идет. Видите? И здесь из протяжек две петельки я подняла. Вот они скрещенные лицевые с одной стороны. И вот со второй стороны. Вот одна и вторая. А здесь у меня поднято 9 петель. И как смотрится с изнанки, также вам покажу. Иногда я забываю показывать изнаночную сторону. Здесь я петли еще подтяну, здесь будет аккуратно. Вот здесь у нас получилось аккуратно, здесь немного нужно будет подтянуть. Вот у нас немного здесь толще получилось, ну как будто изнаночная петля наложилась на изнанку. А так, ну, без швов, без ничего. Изнаночная сторона получилась очень аккуратная ну и лицевая. Видите, как, как будто мы продолжили вязать лицевые петли. Вот сейчас мы точно так же сделаем и со второй стороны. Для вязания рукава я вяжу своим любимым способом с помощью двух пар спиц. Вот у меня 50 петель уже набрано, и теперь нам нужно поднять еще петельки. Изначально я вот подниму из протяжек. Вот у меня получается первая протяжка вот прям-прям возле петельки. Видите, вот эту нить нам нужно подхватить. Вот первая протяжка, давайте вот так, все равно будем разворачивать ее. И следующая сразу протяжка, вот вторая. Эти две петли я буду вязать скрещенной петлей. А дальше нам уже нужно смотреть на вот эти набранные петли. Вот две петельки из протяжек с одной стороны и две петельки из протяжек со второй стороны. Давайте сразу их поднимем. Вот так я сделаю спицу возле вот когда мы потянем нить у нас тянется петля вот эту протяжку и нужно подхватить и следующую протяжку вот они рядышком идут и дальше все у нас осталось вот петли которые нужно поднять здесь 9 петель я буду поднимать с помощью крючка вот с изнанки я фиксирую свой хвостик нити ну, на любую петельку вот подхватываю стенку вот таким образом и зафиксирую вот и дальше начинаем поднимать петли вот у меня идет лицевая дорожка 1 и 2 и между ними есть вот кромка под эту кромку я ввожу крючок подхватываю только две стенки подхватываю и вытягиваю первая петля вот смотрим где следующая кромка вот подхватывай только кромочные петли вторая петля. Если мы будем и вторую протяжку вот эту подхватывать, у нас тогда здесь с изнанки будет плотнее край. Но нам этого же не нужно, чтобы ничего не давило, поэтому вот только две стенки подхватываем. Третья петля, четвертая. Получается, вот смотрите, с каждой изнанки, вот там, где у нас вот две стенки, подхватываем, вытягиваем петлю. Пятая петля, Шестая. Если еще посмотреть, вот у нас то можно и таким образом косичку, и таким образом косичку сделать, но нам нужно обращать на кромочные петли. Вот у нас видите, вот здесь соединяется лицевая, а дальше вот такая протяжка. Вот вот эту дырочку мы вводим в крючок, вытягиваем петельку. Ну и вот последняя у нас будет петля. Вот две стенки подхватываем, вытягиваем. Давайте пересчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот видите, 9 петель нами нужно было поднять. Точно так же, как вышло и на первом рукаве. Теперь центральную петлю я отмечу вот пятую. Она с обеих сторон будет пятая. Если мы будем считать здесь 4, здесь 4. Вот. И нам нужно переместить на спицы. Я буду перемещать вот на правую спицу. А сейчас буду разделять свое вязание. Вот до первой петельки. Сейчас вот я дойду. Вот давайте вот эти все уже переснимем. Вот до первой петельки из протяжки я дошла. И сейчас начинаю вязать. Начать вязать мне нужно будет другими спицами. Я разделю петельки, начну на второй спице возле узора а здесь у меня будут лицевые петли. Ну, и как получится, можно поровно, ну, там 30 и 33 у меня было на первом рукаве. Вот первая протяжка, разворачиваем, вяжем скрещенную лицевую, следующую протяжку разворачиваем, вяжем скрещенную лицевую, а дальше вот у нас идут лицевые. Мы их вяжем за переднюю стенку. Я вам сейчас покажу первый ряд, а дальше вы уже самостоятельно будете вязать. Здесь ничего сложного нету, просто хотелось показать, как я поднимаю петли. Рукав у меня связан полностью ровным полотном. Вот я дошла до нашего узора, беру вторые спицы, вот у меня на вторых спицах будет начинаться сразу мой узор. Здесь я схему не довязала. Сейчас будем смотреть. Вот у нас, по-моему, третий ряд, да, здесь должен быть. Вяжем по схеме изнаночная, 2 лицевые, дальше вяжем 2 вместе с наклоном вправо, лицевая накид, лицевая, 2 изнаночные и в зеркальном отображении. Узор очень простой. Я когда связала 3 или 4 схемы, я его уже запомнила. Лицевая накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые.

Вот. вот эти 30 петель я оставляю на одной спице. Теперь буду вязать вторыми спицами. Вот беру вторую пару спиц и начинаю вязать. Здесь у меня будет 33 петельки. Где у меня начинается начало ряда, это не важно. Где будет маркер висеть. И главное, чтобы я не хотела разделять свой узор где-то по центру. Так как у нас здесь мы можем плохо натянуть нити. У нас будет большая протяжка. Поэтому я решила на вторую спицу начать сразу с узора. А так можно вязать абсолютно по-любому. Вот это у нас скрещенная первая, вторая петля из протяжек. Дальше набранные петли, они лежат так, чтобы их провязывали за заднюю стенку. Со следующего ряда уже их будем вязать за переднюю стенку. Вот и я перешла вот на вторую спицу. И вот довязываем ее до конца. Вот дальше у нас уже идут все петли за переднюю стенку. Набранные петли мы провязали, протяжки мы провязали. 50 петель у нас было на рукаве. И 13 петель мы добавили. Всего 63 петельки. Я буду вязать рукав до нужной мне длины. В моем случае от горловины у меня должно быть провязано. Вот я считаю по узору ровно 26 схем узора. Вот первая схема, я по дырочкам считаю. Вот первая пара дырочек, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая. И мы сейчас вяжем десятую схему. А всего мне нужно провязать 26. Вот как на первом рукаве у меня провязано 26 схем. Давайте посчитаем вместе.

вот этими спицами я перемещаю на одну спицу, а второй спицей с этой пары вяжу. Здесь точно так же. И таким образом вяжем рукав до нужной нам длины. Когда я довяжу до резинки, возле резинки я добавлю одну петельку. Петельку я добавила в конце ряда. Вот я добавила вот здесь где-то изнаночную петлю. Да, сейчас где у меня здесь было начало ряда, уже так и не скажу. Вот как мы хорошо все замаскировали, все сделали. Вот у нас была прибавка с одной петельки. Здесь провязано две. Я из протяжки провязала изнаночную. Вот такая красота у меня получилась. Ну, самостоятельно довязываем рукав. Провязав полностью рукав и провязав полностью длину свитерочка, вяжем резинку у меня здесь по 8 рядов связано и закрываем петельки как закрыть петли еще раз говорю мастер-класс есть у меня на канале ссылочку оставлю в описании под видео ну и все девчонки джемперочек наш готов отправляем на влажно-тепловую обработку. Твит я гладила, он немного жмакается. Если, например, он у меня сейчас на тремпеле висел, если перед этим, когда я еще не стирала, я его просто сложила, ну, как обычно, да, на пополам, затем рукава положила и в пару раз. Там, где у нас вот эти изгибы, у нас видно, какой твит был пожмакан. Поэтому, девчонки, вот этот бобинный твит имеет свойство жмакаться. Ну и если вы подтягиваете уже, когда вот свитерок на вас, если вы так потянете, видите, у вас будет вот такая штучка. Она равняется быстро, без проблем, но все равно, чтобы вы знали. Вот таким образом я довязала свой свитерочек, у меня он полностью готов, и я своим процессом очень довольная. Я, наверное, сделаю небольшую паузу после твида, ну как паузу у меня есть еще две бобинки твида я хочу с одной связать наверное укороченный кардиганчик или бомпер как по модному сейчас их называют а со второго твида он будет наверное помягче я хочу мужу связать свитер но у меня все процессы которые касательно мужа все все очень долго вяжутся поэтому Коричневый твит я пока оставлю. Ну а из рыжего твида я хочу связать кардиганчик укороченный. Вот этот, этот твит. Точно такая же фирма. Вот Тесла. Рыженький. Видите у нас цвет. По составу, по метражу все то же самое. Ну на этом я буду заканчивать. Все замеры. Вроде бы все я вам по свитерочку рассказала. Еще раз покажу вам схему моего погона и схему ажура. Подробнее можете посмотреть в первой части о начале моего процесса, как я начинала вязать. Там я ну, немного больше рассказывала о начале вязания, о ростке, как я вязала. Поэтому, девчонки, всех люблю, целую. До скорых встреч. Увидимся в следующих мастер-классах.